проект, который по всей России, за рубежом художники дарят свои картины, чтобы вам в домике было немножко уютнее, немножко теплее, больше эмоций. Вот недавно мы из Калининграда прилетели, а я на прошлой неделе в Минске была, мы уже в Беларуси проект открыли. И в ваш домик мы уже приезжаем второй раз. И в этот раз у нас Снегурочка и Дед Мороз есть, и они сейчас расскажут, когда они собирали, да, картины. Для вас в этот домик в этот раз. Мы привезли вам 70 картин от разных художников. А все выполнены в разных техниках. То есть есть и мозаики, и акварельная живопись, и масло, и животные, и пейзажи. То есть, кажется, может быть то, что им больше всего понравилось. Вот. Спасибо большое. Почему выбрал такую? Мне нравится. Замечательно, ты розы любишь? Здорово, я очень рада, что тебе понравилось, спасибо. Скажи, пожалуйста, почему ты выбрал эту картину? Потому что я люблю лето. Ты думаешь, это лето, да? Да. Море, закат, да? И маяк. И маяк. Класс. Ну, я рада, что тебе это понравилась картина. Спасибо. Это из Линдовской школы искусств. Дети у нас рисовали. Я тоже рисовать люблю. Здорово. Ну, почему вы выбрали именно эту картину? Природа? Да. Я всегда люблю природу. На природу, давно не были на природе, наверное, Значит, будете любоваться, да, каждый день. Здорово, спасибо. Именно эта работа от Елены Еврастова. Спасибо тебе большое. Такая чудесная работа. Почему именно эту выбрали? Потому что красивый олень. Красивый олень. Он будет радовать, да? Тоже нравится олень? Да. Тоже нравится. Не подеретесь? Нет. Мы в одной комнате. А, в одной комнате. Как красиво. Выбрали эту картину. А что? Хорошая. Животных надо убить. Покажи, разверни и расскажи, почему вы. Просто нравится вода. Море, да? Класс. Покажи, пожалуйста, картину. Понравилась картина? Да. Выбрал эту картину. Я люблю цветы. Цветы любишь? Да. Поэтому выбрал. Здорово, спасибо большое. Сама нарисовала, какая молодец. Мы на память. Это потрясающе, потрясающе. Умничка, да. И понравится ли? А то, может, тебе не понравилось. Нет, на самом деле все шикарно. Сейчас... Спасибо организаторам за то, что вы к нам как бы помогаете чем-то там. Я не знаю, как просто это объяснить. Своими словами, да. Ну, спасибо вам огромное. Больше слов нету. Я уже в комнате не стало уютнее? Да. Вот так. Ждете еще раз? Конечно, приедем.
от администрации нашего учреждения я бы хотела выразить слова благодарности ребятам и организаторам благотворительного проекта «Душа с душой говорит». Хочется сказать огромное спасибо еще и от ребят наших проживающих, их у нас 450 человек, и вы приезжаете к нам уже не первый раз, и практически все, ну не все, кто выбрал картины, все довольны до сих пор. Ежедневно, конечно, повышает настроение нашим ребятам, им приятно, когда вы приезжаете, дарите им такие замечательные подарки, дарите теплоту и хорошее настроение ребятам. Спасибо вам огромное за все. Спасибо.